это уже не в диковинку, когда сам защитник Бороса начинает атаку. Вот момент! Ах, спасибо, Дэнни Тейлор! Наверное, про себя подумал Александр Андреевский. Но контратака новосибирцев, бросок, гол! И все! Трудное, тяжелейшее, но Жильбер Брюле выигрывает этот матч для своей команды. Правда, не без помощи партнера. Давайте еще раз посмотрим. Вот так вначале потрепали нервы вратарю Дэнни Тейлору. И всем новосибирцам уже разрываясь в шпагате, он парировал эту шайбу. А затем контратака хозяев. Жильбер Брюле отдал партнеру и бросил. Затем сам. Да он и партнеру даже отдавать не стал. Он видом своим показал, хотя параллельным курсом там катился Юка Белтова. Нет. Принял самостоятельное решение, как выяснилось, правильное. Итак, победа Новосибирской Сибири со счетом 2-1.